Вот и наступила осень. Ну, всегда так вот мой день рождения проходит и наступает уже потихоньку. И воздух осенний, и вот ветром опять зонтик снесло. Дождик уже прошел. Воздух шикарный, вон листики уже пожелтели. В общем, красота лепота. Градусов 24, но все равно так прохладненько, такой ветерочек, в общем, прелесть. Обожаю такую погоду. Если дождя не будет, выйдем, пройдемся, подышим. Привет, мои дорогие! Мы с девчонками и с маманом, вон она, маман, вышли на уличку. Утром, ну, я показывала, был дождяра. Сейчас очень хорошо, так свежо, прям прелесть. Там прошли, сейчас спустились в кафе. Сейчас мама попьет вкусный кофе с булочкой, мы немножечко пройдемся. Что хотела сказать? В общем, по поводу депрессии. Никакой депрессии у меня нету. Чё ты ржешь? С кофе мне показать. Так, в смысле, я ж на себя направила. Депрессии у меня нету. Послеродовой, мы там все, о, послеродовая депрессия. Нет, у меня нету никакой депрессии. Просто дело в том, что это накопительный эффект. Вот люди, у которых такой склад характера примерно как у меня, они меня поймут, что это есть такие моменты, когда вот ты как бы все вот позитив, позитив, там как-то все что-то вот не реагируешь, это, а потом оно как бы бывает такое. Вот у меня год был трудный, да, трудная беременность. Я старалась не нервничать, себя не доводить, потому что я ответственна, да, за ребенка, я боялась, не дай бог, там что-то с ребенком будет, и вообще себя держала в руках, что, ну, я же беременна, и вообще. Ну, но все равно-то стресс был внутри, и вообще там вот это все. Ну, я не буду повторяться, я думаю, вы поняли. Потом тяжелые роды, которые врагу не пожелаешь. И, конечно, сейчас такой организм, вот, ну, еще там, да, меня кое-что ждет. Конечно, сейчас организм, он устал, он вымотался, он еще не восстановился, прошло только даже еще 2 недели после родов не прошли. Поэтому, конечно, вот это вот, наверное, может, где-то себя там жалеет, такая бедняжечка, хотя навряд ли. Ну, просто вот такое вот состояние, плюс осень. Ну, ничего, я как погрустила, так и веселюсь, вот сижу, ржу. Ничего, все нормально, спасибо за поддержку, все хорошо, все замечательно, депрессии у меня, слава богу, нету. Если даже я в нее начинаю впадать, то я быстренько себя за шкварник оттуда вытаскиваю. Никаких Мне турецкий флаг нужен. Турецкий флаг? Да, не могу в своих этих найти его. Ну ладно, сейчас. Так, что еще хотела сказать? Еще хотела сказать по поводу малышки. Вы представляете, и никто меня еще не исправил. Я говорю, что вот я весы, мама весы, наша малышечка весы. А на самом деле-то она не весы, а дева. Мне же назначили операцию на 24-е, и я сразу же посмотрела в интернете 24-е, какой знак зодиака. И там, соответственно, показали весы, потому что первый день весы. И я как бы уже в себе в голову это отложила, что да, малышка будет весы и все такое. А она-то родилась в понедельник, прям накануне вступления в другой знак зодиака. А у меня в голове вот дурной вот этой вот так и осталось, что она весы. И только сегодня я догадалась открыть интернет и посмотреть. Ну, я просто что-то не хотела расстраиваться, как чувствовала. И, в общем, она у нас дева. Но ничего, дева тоже хорошо. Тем более, что к ее имени дева идеально подходит. Так что вот так вот. И никто не исправил. Обычно такие внимательные. В общем, вот так вот. Значит, не будет она у нас весы. Но, может быть, я даже, ну, не знаю, какие люди там вот на этом. Будет она между весами и девой. Но деву вот я не знаю, какие. Вот я какие мужчины знаю. Деву. Вот у мамы бывший муж дева, да? Он же дева. Твой папа дева. Мой папа, Валера, это же дева. Тоже дева. Два мужа Да, дева. Я знаю, что... Ну, я вообще мужчин дев знаю. Не, ну, это нормально, да, такой знак. А другой весы. Да, вот, а женщин дев вообще не знаю. Ну, я даже не могу вспомнить сейчас. Может, знала, но сейчас не вспомню. В общем, вот так. Сфотографируй меня, я вставку сделаю. Даже вставить нечего. Сейчас сфотографирую, одну секунду, подожди. В общем, что хотела сказать по поводу цветов. Мне сегодня написали комментарий, я хотела вот так вот высказаться по поводу цветов, что типа я выбираю в одежде темные тона, и коляску выбрала темную, вообще там темная вроде как, ну типа, знаете, как бы я там
такая, депрессивная, грубо говоря. Но, что я хочу сказать, высказать свое мнение по поводу цветов. Я очень люблю в одежде черный цвет, я люблю белый. Ну, белый — это обувь и верх, ну, соответственно, не штаны. Я очень люблю, ну, вот серый цвет мне очень нравится, мне подходит. Вот такой цвет мне нравится, зеленый. То есть разнообразие. Ну, я не люблю, да, вот я не люблю. Некоторые есть цвета, которые, ну, я не очень. Я не люблю такие попугайческие вот эти. Ну, редко можно меня в таких встретить. Вот. И это абсолютно ничего не значит. Я мечтаю о черной ванне, о красной кухне. Ну, я не знаю, если это... Даже если вы почитаете, вообще уже современные психологи уже давно говорят о том, что цвета это особо ничего не значит. Поэтому судить человека по цветам, диагнозы не ставят. Скажем так, вот. Я, в общем, не верю в эту тему. Даже вот наглядный пример сидит. Ее любимый цвет синий. Мы сейчас ради прикола залезли почитать, что значит, когда человек любит синий, и полная противоположность мамы. Меланхоличная, спокойная, не любит скандалить. Там вообще, ну, все, в общем, полная противоположность ни одного правильного значения. Поэтому ничего это не значит. Я норм. Тай на небе тучи, а тучи, а тучи, а тучи, как люди, а тучи, они одиноки. Тебе не нравятся мои песни? Мама сходит с ума. Я сошла с ума. Я работаю. Да, вот видите, мама за работой сидит, что-то там на видео делает, название пишет. Ой, кофейку маловато. Одна гуща кофейная. Ну, это норма. Сухомятку буду доедать, булку. О, девчонки. Все, мы направляемся домой. Так хорошо было. И что-то вот замерзли. Идем домой. Забрали маленькую нашу. И Радочка еще осталась немножечко погулять. А мы топаем до дома. Ну хорошо, посидели. Наверное, часа два. Мы часа два, да, погуляли? Часа два погуляли. Сейчас как раз маленькую кормить. Больших кормить. Мама тут это везет. Я вся в работе, ё-моё. У меня подписчики прибыли. Да, поблагодарим. Я так счастлива, спасибо. Да, спасибо большое, что хочу работать. Спасибо большое, что откликнулись на мою просьбу. Порадовали маман. Она вот на крыльях. Да я и была на крыльях, а сейчас 10 раз на крыльях. Да, стимульнулась. Я всегда на крыльях, я не отчаиваюсь. Да, никогда. Позитив. Видите, у нас уже листики. Ты что подавилась, моя хорошая? У нас же листики. Это же дерево. Ну, не передает, конечно. Уже все. Уже осень. Господи, дочечка. Скоро. Ну, елки, конечно, останутся зелеными. Зелень никуда не денется. И трава у нас всегда зеленая, даже под снегом. Но в общих чертах все будет голенькое скоро. Ну, хотя там вон еще цветочки есть. Елочка красивая. Где-то мама пропала. Ма! Ну, давай. Или давай сама. Так, я ползу. Я уже вообще до дома дошла. Это ты ползешь. Уже, по-моему, сейчас дождь будет. Да? Нет, я не переживаю, просто свет говорю. Потемнело уже, это прям... Уже надо быстренько домой. Надышались уже. Пока девчонки кушают на кухне, я лежу, мерю температуру. Что-то зашла, мне морозит. Ну, на улице не так было прям прохладно. Сейчас мерю температуру. Сейчас опять выжила остатки роскоши. Там 10 миллилитров с двух получилось. Видимо, вы были правы, кто говорил, что такое состояние из-за того, что, как оно называется, выгорает молоко. Ну вот, до этого было 50, да, с двух.
А сейчас вот получается 10 или там 20 вообще копейки. И такое оно белое, прозрачное, как вода. И на запах, вот если первое, которое я делала, оно было вот похоже на молоко, ну прям пахло даже коровой, как мама говорит. А вот это, оно пахнет прям лекарствами. Все вот таблетки, которые я пила, пахнет лекарствами. Думаю, слава богу, мне хватило мозгов вот это все не пихать ребенку. Слава богу, а то неизвестно, что бы было. Хотя врачи сказали, проблем нет. Типа, то, что ты пьешь кучу таблеток, давай. В общем, вот так. Так что вот так. Ладно, буду заканчивать влог. Надеюсь, что температуры у меня нету. Пока-пока.